В Могилевской области сёлета сельские советы снесли больше за 600 безгосподарных старых домов. А земли уключили усе в оборот. У каждом районе своя напрацовка, как больше экономично убрать трухлявое жилье. Однако проблема во всех однольковая, часом безвыниковая работа с нашатками, которые и не доглядают за будинком, и снести его не решаются. Вёска Хадунь Климовицкого района. Каля прыгожих жилых домов стоять паўразбураны. Мясцовых жыхароў такое суседство пужае. Раз нету, там год, два, три, какой-то определенный период времени, который нету жителей, да, затем дома приходят, что, в негодное состояние, то есть это тот же, там же мусор собираются, значит, ну, какие-то плохие места там становятся. То есть я считаю, что их нужно сносить, чтобы в деревне было почище, чтобы, ну, поаккуратнее было. Господаров этого дома не стало несколько годов тому, хата поступово разваливается. Дети не скористались правом отрымания у спадчину, а без их дозволу снести побудову сельский совет не мая права. По этому дому практически уже последние 3 года мы как бы документы собираем, доводим дело до суда. Нашли мы 3, одного из 4 не нашли. Все. И суды становятся на пользу собственнику. И нам приходится в следующем году опять по-новому. И так мы с года в год идем к этому. Но как бы получается, мы за ними бегаем, за собственниками, отправляем им уведомления. Видим, что нам приходит ответ, что человек получил, но ответ нам не дает. И таких прикладов несколько только по одной невеликой вёсцы Хадунь, а по области не одна сотня. Чтобы упростить процедуру по работе с пустующими ветхими домами, с хозяйственными постройками, я считаю, надо просто указ внести изменения. Но если не уступил собственник в течение 3 лет наследство или не содержит в нормальном состоянии этот дом, чтобы автоматически дом признавался бесхозным. У Климовицким районе за час деяния сотого указа снесли 1500 безгосподарных домов. Зараз у регистры под взнос каля 300 хат. Сельские советы шукают нашатков, каб тыя провели будинки у парадок и приняли решение снести их. Який будет выник, неведомо. А кроме того, депутаты выходят с инициативой, каб указ относно пустых и трухлявых домов распосюдживался и на города. Павел Савицкий, Татьяна Сергеевич, Миколай Соболев, новина региона.